Новый дом в новом году. Это реально. Компания «Стройгарант Анапа» приглашает на Черное и Азовское море. Жилой комплекс «Жемчужина». Встречный. Азовский. Морской. Свой дом у моря – это реально. «Стройгарант Анапа». Всем привет! В эфире канал «Стройгарант Анапа». И у нас сегодня, можно сказать, праздничный выпуск. Мы сдаем дом площадью 130 квадратных метров. Дом, безусловно, для большой семьи. Дом удобный, дом комфортный. И мы, конечно же, очень рады, что его приобрели. И поэтому сегодня готовы подарить вот это прекрасное растение, которое и зимой, и летом одним цветом. Да, но это не елка. Это не елка, это другой вид. А, называется он очень сложно. Бересклет называется. Вот. Сложное название, да, так просто его не запомнишь. Ну что ж, пойдемте поздравим Олега с этим днем заселения в новый дом в поселке Жемчужина. Это Цибанабалка. Да, дорогие друзья, мы с Татьяной идем поздравлять. Надеюсь, что нас ждут. Так, Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть наконец-то в наших краях. Как у вас настроение? Отличное. Отличное настроение. Наконец-то построили дом сыну моему. Ну и мне, соответственно, и бабушке. Все здорово, все классно. Ну, мы не с пустыми руками. Смотрите, у нас есть такой цветочек, который зимой и летом, скажем так, одним цветом. На самом деле, да, он и зимой, и летом такой. Это я вашей маме вручу. Вот, пожалуйста, держите. Да, надо на участке его обязательно будет посадить. И, конечно же, еще подарки от «Стройгарант Анапа». Шарики. Вот такого полотенчика. Спасибо. Как раз спа сертификата 2. Отлично. Да, на посещение. И сладкий подарочек. Спасибо. Спасибо большое. Внук будет очень рад. Да. Сладкому подарку. Нет, сладкому я буду рад. Он в спа пойдет. Обязательно. Там посещение на 2 человека, так что вместе можете сходить. Пройдемте в дом, наверное, посмотрим. Да. Там расположим подарочки. После вас, да, вы хозяева. Олег, давайте посмотрим на отделку, вот именно плитка, как она устраивает вас. Плитка супер, потому что мы сами выбирали эту плитку. Нам Татьяна очень посоветовала магазин, где мы ее выбирали. О, Дубай называется, да. Цвет очень приятный, хочу отметить, очень да. приятный. Да, конечно. Здесь вот джакузи будет для ребенка в первую очередь, чтобы он купался. А касаемо выполненных работ, вот есть ли какие-то... Здесь вопросов вообще никаких нет. То есть все здесь все здорово, да. Здесь все здорово, здесь все устраивает. Ну, надо дальше дом смотреть, конечно. Самое большое помещение в доме. Здесь будет ребенок жить, спать, заниматься, все полностью. Ну, давайте посмотрим отделку. Обои все хорошо, да, все здорово. Все именно то, что и заказывали. Я вижу, что здесь все сделано очень профессионально, на самом деле. Никаких каких-то проблем я не вижу. Все стыки, все откосы, все классно, все здорово. Все станем на лестницу, заодно и проверим ее надежность. Ну что ж, Олег. Свет горит. Свет горит, да, проходной выключатель. Но смотрите, как вам ширина лестницы вообще? Отлично. Мне кажется, удобно. Отлично, не скрипит, ничего, все здорово, все классно, цвет классный. И качество хорошее. Тем более мы такой бригадой идем на приемку дома. Да. Почему именно такое световое решение? Почему она не темная и не в других тонах выбрана? И в этом виновата Татьяна? Татьяна, пойдемте к нам. Отчасти она виновата, конечно. Ну и светлые тона-то, конечно, лучше, чем темные. Мы же не во мраке будем жить. Вот по секрету сейчас всю правду, пока Олег нас слышит, насколько тяжело было работать вот с данным клиентом? Нет, отлично. Я люблю, когда клиенты, в принципе, знают, что надо. Изначально. Какая плитка, какие обои. Ну и понятно, что по цвету ламината мы выбирали светленькое все. Ну, быстро были приняты решения? Или максимально, кстати, быстро. Это на самом деле, да, полчаса и серьезно? Все готово. Так, весь дом за полчаса. Олег, так вы просто находка для дизайнера, для человека, кто с вами работает. Нам был предложен очень хороший, качественный материал отделочный. И плюс ко всему, вот Татьяна, которая где-то
в какой-то степени нас от чего-то отодвинула, как говорится, в наших решениях, а сказав, и мы увидели, что вот на сегодняшний день мы с ней полностью согласны на 100%. Смотрите, с учетом того, что дом сдавался и делался в осенне-зимнее практически время, очень все было классно и мобильно все сделано. В частности, вот Хусейн прораб, он держался на контроле. Ни разу не возникло конфликтной ситуации. Ни разу. Да. Ребята молодцы, которые работали на отделке, тоже прям вот умнички. Ну, все двери в доме за один день поставили. Все двери. Это же косяки, да. И все полностью. Все за один день сделано. А, еще две спальные комнаты, как и функционал. Пройдемте посмотрим, чтобы там находиться, чтобы их тоже проверили. Ну и какие планы у вас на вот эти вот два помещения? Либо эта спальня, либо та спальня будет предоставлена маме моей. Она будет здесь жить. Как она будет ее оставлять, это абсолютно ее решение будет. Хорошо, ну а третья комната, в чем ее будет предназначена? Гости. Гостевая? Конечно. Гости приезжать, которые будут сюда. Мы же из Сибири, там у нас много еще родственников. А откуда вы, кстати? С Омска. Омск, да, там сейчас снег, зимой там снег, а у нас зеленая травка. Правильно. Ну, вы счастливы, что все свершилось, дом построен? Счастлив был, когда я заключил сделку. Вот тогда я был счастлив. А то, что дом сделают нормально, я видел, здесь он стоит, их там 300 домов уже. Уже люди живут уже давно. Да. Достаточно. Я уверен был, что все нормально будет. Ключи только у нас. Да, у вас. Ни у кого. И у вашего отца еще. Ну да, я знаю. Ну, я имею в виду, что не у работников. Это касса электрическая. Ага. Так, хочу сказать сейчас очень важный момент, это акт приема. Акт приема, то, что все хорошо, все в порядке, значит, претензий нет, дом принят, и вот эта роспись означает, что все идеально, все замечательно. Олег, еще раз поздравляем, огромнейшее спасибо, что с нами. Хусейн, тебе спасибо, что построили такой прекрасный дом, наше поздравление. И «Строй Гранд Анапа», всегда рады вас видеть. Приглашайте нас на новую кухню, когда вы строите. А вы придете? Да. А, это напрашивается Татьяна на новоселье. Все понятно. Видите, я приехала. Я даже приехала вас поздравить. Всегда будут какие-то вопросы, обращайтесь. Хорошо. Мы всегда на связи. Спасибо за дом. Прекрасный дом, и хочу отметить, что Олег его построил в большинстве своем специально для сына, потому что сын у него особенный, со своими особенностями. Именно поэтому здесь предусмотрен такой вот пандус, предусмотрен специальный подъем. Ну что, дорогие друзья, вновь хочу отметить, что компания «Строй Гарант Анапа» делает все по вашим желаниям, по вашим требованиям, и мы имеем такую возможность. Пишите нам комментарии, подписывайтесь на наш канал, потому что у нас много интересного, много домов, различные цены, которые вас устроят. Мы работаем со всеми видами сертификатов, так что есть что выбрать, есть на что посмотреть. До новых встреч, пока! Слышишь, что? У нас появился режиссер, говорит, давай иди. Можно, да, Татьяна? Так, дорогие друзья, отдельное спасибо хочу сказать сейчас Татьяне. Она находится вот за этим углом и управляет нашей съемкой. Тань, помаши всем рукой. Да, без Татьяны не совершился бы ни один сюжет. Это «Строй Гарант Анапа», друзья. Подписывайтесь, подключайтесь, смотрите наши программы. В эфире Татьяна и Константин.